Всем привет! Сейчас я вам покажу, какие интересные опыты можно провести дома, имея под рукой самую обычную бутылку Кока-Колы. Этот эксперимент длится ровно одну неделю. Вот и проверим, что сделает любимая нами Кока-Кола с обычными предметами. Итак, берем стакан под номером 1 и в него кладем яйцо. А теперь заливаем Кока-Колу сверху. Яйцо должно полностью погрузиться в эту жидкость. Я думаю, достаточно. Откладываем. Второй стакан мы также наливаем Кока-Колу. Кладем листок бумаги. Я взяла 500 евро. Хотелось бы, конечно, иметь настоящие, но я воспользовалась сувенирной продукцией. Проверим на опыте, что произойдет с бумагой, погруженной в Кока-Колу. Я так сложу ее. Пусть будет не очень красиво, зато понятно. Наши 500 евро тонут. Так, второй стаканчик готов. И в следующий, в третий стакан, мы нальем Кока-Колу и смешаем с молоком. Так, что-то у нас была бумага. Сейчас она растворится. Итак, друзья, я напоминаю, что этот эксперимент длится ровно одну неделю. Итак, ребят, прошло 2 недели. Видите, как вся Кока-Кола испарилась? Напоминаю, в первом стаканчике у нас было молоко, смешанное с Кока-Колой. Во втором купюра денежная, а в третьем яйцо. Сейчас я вам покажу, что стало с Кока-Колой. В том стаканчике, где было молоко. Вот смотрите, на самом деле здесь присутствует очень неприятный запах, размножаются какие-то зеленые твари,
Я не знаю, что это такое, но они крайне неприятные.